О смерти Нины Николаевны журналистам сообщили в пресс-службе Александринского театра, в котором артистка служила с 1962 года. Подтверждаем. Сегодня умерла дома. Она не болела, просто ей было много лет, сказали в учреждении. Как оказалось, первая о случившемся узнала сиделка актрисы. Вчера днем помощница поднялась в квартиру звезды Белорусского вокзала и обнаружила ее в спальне. Испуганная женщина сразу же вызвала правоохранительные органы. Нина Ургант находилась в кровати, в последней четвертой комнате квартиры. По словам ее помощницы, у нее была болезнь Паркинсона. Заявку передали в скорую помощь. О происшествии доложили в следственный отдел Адмиралтейского района, сообщает источник. Близкие Ургант рассказывали, что Нина Николаевна с лета чувствовала себя неважно. Она совсем перестала выходить из дома, мало вставала с постели. У актрисы была прогрессирующая болезнь Паркинсона, с которой она жила уже больше 10 лет. Из-за недуга звезда советского кино перестала сниматься и выходить на сцену.